Установившаяся в Нижегородской области жара заставляет нижегородцев больше времени проводить на природе. В то же время у оперативных служб такое времяпрепровождение вызывает беспокойство. Больше всего опасений из-за разведенного огня. Даже мангал с тлеющими углями может стать причиной беды, говорят специалисты. В рейд вышли пожарные и полиция. На первой же точке нарушителей нашли сразу же. Особенно никто не отпирался, к наложенному штрафу в 2000 рублей отнеслись философски. Бумага из бумага. Депутатов мы выбирали якобы. 2000 рублей за горящий мангал – это штраф минимальный. Максимальный составляет в два раза больше. Специалисты обнаружили около открытого огня еще и легковоспламеняющиеся жидкости. Это бензин. Это бензин для моторной лодки, для мотора. Рядом с костром. По данным Верхневолжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Нижнего Новгорода установлен 4-й класс пожароопасности. Ограничено посещение лесопарковой зоны и въезд в них транспортных средств. Управление по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода просит нижегородцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костров в лесных массивах и на садовых участках, не жечь мусор, поскольку порывы ветра и жаркая погода могут привести к распространению пламени. Перед въездом в лес стоят аншлаги с целью предупреждения людей, чтобы они не въезжали туда. Потом, естественно, все эти дороги пытаются засыпать или щебенкой, или мусором, или поставить какие-то ограничители для въезда. Но все это, на самом деле, для людей не преграда. Такие рейды, пообещали в администрации города, будут регулярными. Судьбу лучше не искушать. Валентина Тимонина, Ярослав Гунин, Илья Федулов, Горький ТВ.